Куршавель отдыхает, а мы косим боровики. Ха-ха-ха-ха! Фига себе, они есть, друзья, боровичелы. Ну что, начинаем охоту? Ха-ха, посмотрите, жара-то плюс 32, а мы вот такие закашиваем. Ой, обалдеть, супер, погнали. О, ё-моё, ты кто, дружок? А, это кабан? Ё-моё, какие грибы, а? Вот это начало, друзья, смотрите. Кабаны. Ура! Супер! А, обалдеть! Вы только гляньте на это. А вон там, видите, еще? Смотрите. Опять я попал на грибы. Только посмотрите на них. Какие идеальные, молодые. Смотрите. Красавчики, Япона, мама! Вот я сказал, ну вон, смотрите, молодой, идеальный гриб. Это сказка. Давайте посмотрим. А это что, кстати, понравилось тут у меня? Хо, еще один увидел. Вы только смотрите, они тут кругом. А, еще грибы. Вы только гляньте на это. Смотрите, какие идеальные грибосы. Вы только посмотрите на это. Вы только гляньте. А это что? Без шляпы, почему-то одна ножка. Куда шляпа-то делась? Эй, шляпа. Обалдеть вообще, что здесь? Как это? Куда я попал? Что же будет дальше, интересно? Ну а пока что наслаждаемся вот этим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нифига себе. Ё-моё. Оказывается, здесь рядом еще. Хотел сказать три, а вот маленький еще. Малышок. Забираем. Смотрите, сколько грибов. Обалдеть. Я просто в шоке, друзья. Ну как так? Я только зашел в лес. И еще... Не успел перебрать даже. А те там вон лежат. Эти здесь. О, что я тут прошелся-то? О, 4, 7, 11 и 4, 15 штук. Я только зашел. 10 метров леса прибавляется. Вот сходил в командировочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 еще. Это шляпка от этого. Представляете, ну, лазить здесь, конечно, вообще жесть. Нереально. Дубовички стоят. Оливковые. Ствола. Ну, а здесь стоит чудо. Это надо сфоткать, друзья, да? Смотрите, идеальный просто грибочек. Ну что, начало хорошее. О, какой шарик. Дубовик оливково-бурый. Смотрите, идеальный гриб. На ножке сеточка, видите? Это главное отличие дубовика оливкового от крапчатого. У крапчатого нет вот этих сеточки. Ну и у крапчатого шляпка, конечно, коричневая такая. Красавцы. Молодые лезут. Фига себе. Молодые. Еще маленький бочоночек.
Бачата лезут в такую жару, грибы. Обалдеть. Сегодня ветреная погода. Жара. Рыбочек трескается. Но он идеальный. Белый гриб сетчатый. Вот еще малыша сорвал. Я глянул по сторонам. О, видите, еще сидит. Они тут есть. Вот он, грибочек. Вот еще один сетчатый гриб. Три. Мне кажется, я там видел где-то. И еще где-то здесь. О, давайте я прямо на него вышел. Вот оно. Хоп. Молодые грибы лезут. А вон еще грибочки вижу. Вот он. Еще малышек. О. 5 штук. Красота? Чуть назад у меня чуйка была. Думаю, наверное, пропустил что-нибудь. Не точно. Какого кабана я пропустил. О. Башмель мясо. Так, тут, может быть, еще где-нибудь есть. Но это не факт. Нет, там-то есть. Вот я там оставил корзинку. Там есть еще грибы. Я вам сейчас покажу. Я просто смотрю вот онлайн, так сказать, поиски по этим кушарам. Куршавель грибной. Здесь как будто пожар, что ли, был. Кусты сгорели. Вот. Опа. Молоденький. Это что такое? Мух нападает. Смотрите, здесь что творится. Клондайк. 3 маленьких и 2 больших. Смотрите, какие. Опа. Он хорош вообще. Маленький. Забираем. А то высохнут. 1, 2, 3. А, ну 4 даже маленьких. Ой, там еще вон 5-й. Вот этот совсем маленький остался. А вот этих-то мы заберем. И большого. Ну как большого? Средненький. Хорош. Вот что-то еще есть. Сейчас я оставлю здесь эту кучку. Опять у меня идет грибалочка. Накладываю кучи, потом буду ходить собирать. Ничего, нету больше так вот сходу. Не попадется. Я больше не вижу. Да, не видать. Ладно, сейчас соберу в кучу. Собрал в кучку. 15 штук получилось с поляны. Хорошие грибочки, друзья. Вот смотрите, я вам покажу. Они, конечно, пробитые, но смотрите. Как бы так. Шляпка будет хорошая. О, видите? Немножко пробитые. Не труху, получается, большой гриб. То есть, весьма неплохие грибы. Края обрезаем, получается, чисто шляпки. Не только беленькие, но и подосики падают. Или это не подочек? О, друзья, так это мухомор. Я посмотрел издалека. Подумал, подосиновик. А это мухоморио. Вот так вот. Так, где белые грибы? Это дубовичок маленький. А вот я еще вижу. А здесь... Здесь дубовичок оливковый. Красавчик. Так, пойдемте сорвем того еще. Вот оно на солнышке перегрелся. Смотрите-ка, молодые дубовички.
идут. А там я что-то увидел какую-то шляпочку. Что это? Да, это белый. Хороший, смотрите. И белый гриб. Такая вот картина маслом. Коричневый попался. Белый гриб дубовый. Отлично. А так вообще везде валуи стоят. Сплошные. Вал грибочек. А тут, смотрите, еще маленький. О, вон еще два. Грибочка. Опа. И опа. О, там. О. Вот это, кстати, труха. Гриб-труха. Да, он в хлам. А вот эти твердые. Смотрите, может здесь грибница. Вон, я вижу еще маленький. Есть еще малыш. Там ничего нет? Не вижу. Все, лесочек заканчивается. В конце шляпочка светленькая. Ну-ка. Беленький гриб. О! А вон чего, вон труху, видите. Ну, здесь вот краешек. Да нет, тоже трухлявый. Вот такие вот грибы сейчас, жара. Смотрите, какая картина. Четыре грибочка. Напоследочек. В этом лесочке. О, вот этот твердый, хороший. Так. О, твердый. Смотрите, мясная шляпочка. Маленький уже, все. А этот? О, тоже твердый. О, вот эти вот грибы. Шляпочки будут. Края хорошие, точно. Вот еще у нас. С этого положим. Вот этого сорвем. Четыре. О, малыш, а ему все. О, муравьи черненькие. Ну, в общем, вот так вот. Четыре грибочка еще. Ну все, друзья, первый лесочек закончился. Ну, пол корзинки нарубил грибов. Смотрите, видите, немножко пробитый. То есть центр будет пробитый, а вот края, вот эти все шляпки будут чистые. Видите, даже у большого гриба неплохо. В общем, лето, что поделаешь. Грибы червивые, еще жара такая. Но краешки повырезаем. Я маме, кстати, тогда отвез корзину. Она в итоге 6 литров замариновала. Так что отлично. Если бы, конечно, были бы все чистые, то было бы гораздо больше грибов. Ну и краешки тоже хорошо. Гриб вкусный очень, сетчатый. Это, наверное, самый вкусный из белых грибов. Вот. Самый невкусный, это, наверное, сосновый. Он зеленеет, он такой упругий, вкус у него немного. Но он в мариновке такой хрустящий получается. Это классное свойство. А этот гриб самый ароматный вообще и в суп, и куда угодно. Но червивый всегда. Ну ладно, погнали в следующий лес, друзья. Папан, здорово! Ты что тут, грибы собирай? Я чуть копыта не отбросил здесь. В кушарах невозможно еще пробраться. Но вспомнил, что местные сказали, грибы пошли. Да ну что я буду бегать? Вот видишь, бугорок. Дорога их действительно идут, вот, идут по два. И прыгают в корзину и... сами. Да, сижу и приглашаю в корзиночку. Радио неплохо. И вам хорошо, и мне. Ну, папан, молодец. Что поделать? Грибник 153-го уровня. Да, как волнорез иду здесь. Пройти негде. Друзья, ну что, пора и собрать эту прекраснейшую поляну грибов, которые папану в корзину хотели запрыгнуть. Это не шли, дорога их, видишь, бугорок. Опа-на. Раз они пошли, все. Опа-на. Вот идут. Так, а я, друзья, ползу тут по-другому. Не получается. Так, вот два. Вот еще. Еще. Это вот из норки своей только вылез вот этот тут. О,
кабанчик-то какой. Фу. И еще. Сплошные грибы, друзья. Вот они. Ой, шляпка отскочила. Да, вот это хороший. Они так пахнут. О, во. Вот такая вот поляна. Забрал у Папана его пакет. Он почему-то с пакетом пошел, хотя корзина есть. Ёха, он тяжеленный вообще. Огромный пакетищ. Сейчас переложим, будет полная корзина. Все, Папан, сейчас приду. Ползем с Папаном по куршурям. По куршавелю, короче. Это наш тульский куршавель. Куршарвель. Так, грибов тут, друзья, вот смотрите. Два собрал. А сколько еще вы видите? Да, здесь, да, тут... в таких местах. Кругом. Воль, да. Смотрите. Чпок. А маленький. Попало. Чпок. Маленький уже все мягкий. А вот эти хорошенькие, смотрите. Чпок. А вон еще один. Чпок. Шесть штук. Ты собираешь или чпокаешь? Чпокаю. Ага, давай. Вот такие, друзья, красавчики мои. Сплошные грибы, друзья. Во. Во. А там еще. Сейчас я буду их, наверное, сразу подрезать. Вот, смотрите. Достаточно чистые. Ну так, неплохо. Полезли дальше. Тут только так вот. Ё-моё, друзья. Что здесь? Это что? А это паутинник. А вот беленький. Сразу его. Хоп. Пробитый. Подрезаем дальше. Меньше дырок. Забираем. Ё-моё, вон ещё. Грибы. О, какой. Он хорош вообще. Ну-ка. Ага, труха. Меньше червей. О, края шляпки будут хорошие. А давайте проверим. Смотрите. А видите, край чистый. Середина червивая. А вот так вот получается все края вот так по кругу. Чистенькие. Поэтому... я и беру такие грибы. Он еще белый стоит. Ой, вон там еще два. Все в грибах, друзья. Чистенький. Чистенький. А это, смотрите, какой монстр. Ну так, смотрите. Не особо-то он и червивый. Твердый. А этот вообще маленький, вообще чистый. Ну, это неплохие грибы, друзья. Папан, как тут в куршавеле дела-то? Куршавеле? Куршавель. Пошли оливковые. Оливковый? Дубовик. А. Ну, тоже хорошо. Оливковые у них интересно. Оливковое масло не из них? Оливковое масло надо делать из этих грибочков, друзья. Смотрите. Хопана. Ничуть не очень, он там поинтереснее, я знаю место. О. Я покажу, где поинтереснее. Алло. Куш, куршавель. А где, где-то здесь. Где-то здесь? Да. А где я-то был, где мой ножик? Вот здесь вот. Бутылка наша, ножик. Вот так вот, нашел хоть себя, нашел. Он туда где-то. Ама где-то. Ама где-то, там. Так, куршавель дает плоды. Только тихо, смотри. Тихо? Да, вон. Чтобы не спугнуть? Да. И серьезно настроен. Так. Оливковое масло, бутылочку нажмем точно. Будем делать масло оливковое. Хобана, да. Есть из чего сделать. Вот. Опа-на.
Опа-на. И опа-на. О, 4 дубовика. Куршавели. Поиск дает плоды. Находишь гриб, смотришь рядом. Находишь еще. Вот таких вот красавчиков. Мы будем собирать, складывать корзиняку. Вон она. А вот тут еще грибы. Тут большой даже. И большой, и маленький. Что скажет большой? Ну, да проверим его. Маленький. Вот. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Я там видел еще шляпку. Вот она. Еще гриб. О! А он хороший. О! Раз и сразу 5 штук. Ё-моё. А там еще 2. Куршавель работает. Ё-моё, какие грибы, друзья. Папан мне вот этот грибочек передал, смотрите. Он чистый вообще. Даже чистый попадается. Смотрите. Дубовичок оливковый. И это, конечно же, не все. Я уже шатаюсь. А, тут двойня сразу. Смотрите, с маленьким. Маленький уже, конечно, он в труху. А это заберем. А вон еще гриб. А здесь нету? Нет. А вот этот-то. Красавчик. Да, друзья. Вот это мы в лес попали спокойно. Вот так вот. Во. Раз вот такими кучками. Накладываем. И очередная корзина. Третья уже набирается. Фантастика. Заглянул в кусты. А тут грибы стоят. Вон они, смотрите. И вот он маленький еще. Ой, маленький плохой. А вот этот хороший. 2. А вон еще один. 3. А этот маленький тоже плохой уже. Ну ладно. И так. Отлично. Еще 3 гриба в кустах. Друзья, смотрите. Первый лес посетили. Папан был в одной стороне. Вот пакет нафилячил. Я полкорзины набрал, как вы видели. И вот сейчас еще к нему пришел, к папану, еще полкорзины. В общем, 2 корзины грибов у нас уже есть. Фантастик. Просто фантастик. Смотрите, даже большой гриб. Вот такой вот, видите. Думаю, ну, наверное, плохой. Разломлю. Разломил, друзья, смотрите. А он чистый. Ну, как не взять? Если он выживет, значит, мы его съедим. То, что мы еще будем бегать и бегать. Спасибо лесу. Приехали в новый Куршавель. И встречает нас тут вот такой вот подосиновик. Мощный. Папан там, говорит, уже белый нашел. А вот желтый подосиновик вот. А вот тут вон папан с белыми. Сейчас я рвать. А вот потом подосик еще один. Хочешь серый, хочешь красный. О, подосики. А вон еще подосик. О, вот они, подосиновики. Есть, но нам нужны белые. Пошла жара, друзья. Куршавель работает. Кушарель. Вот они. Этот уже нехороший. Этот. Даю холодный, чистый. Ха, большой, чистый. Этот, наверное, тоже будет хороший. А этот рожок на тонкой ножке. Хорошенький. Так, забираем, друзья. Так, этот кусочек тоже берем. Не знаю как. Фу. Так, что у нас тут еще? Он попал, отдыхает.
прошу отдыха, отпуск нужен. А тут, смотри, еще молодой, поболее, и еще, блин, даже тут тяжело лазить. Сплошные, ой, около меня, там еще какие. Тяжело. Корень надломил. Видно, как червяки сыпятся. Да? Да, вон жирный шлепается прямо от земли. Течет сало. Сало течет. Червяковое. Да. Фу. Еще два. Ну, куршавель. Погоди. Ну не знаю, давайте тут надломим. Зелененький. Я беру такие. О, вот это червивый, видите? А вот это может быть нормально. Да, сейчас, друзья. Это еще не все. Отношу на базу. Грибы. База работает. А тут еще. Ё-моё. Еще. Три. О, держи, папа. Снимай. Что-то здесь приемка открыта. Так. О, тверденький. Да, вот еще два. Высыпались лишние, так, высыпали? Берем вот эти, да. Ну, все равно. Резцы твердый. О, и только и чистый. Ну-ка. Да что там? О. Ну, чистого похож вообще. Неплохо. Ну, это, наверняка, тоже неплохо. Зато они жесткие. Да. Эти, попросим оттуда при помощи соленой воды. В общем, вот такая вот петрушка. Косит. Это что? Ни хрена себе размерчик грибоса. Гриб-зонтик. Ой, голова закружилась. Фу. Вот это размер, да? Жалко, что они уже переросли. А так, конечно, да. Пантус. Находки ну, делать. Мне уже не уместится, я побежал. Не уместится. Ага. Ой, опа-на. Опа-на. Грибов, друзья. Типона мало. Ой, это какой-то на тонкой ноге. Еще. Че? Вон они. Куда-то мы пришли. Да? Да, вон гриб. Вон туда, смотри, вон они. Вон гриб. Вон гриб. Там три вон гриба. Вон дальше еще. Куда мы попали? Пришли-то? Это вот что? Нет. Клондайк куршавелевый? Вот они. Ну, здесь переросли уже. Вон еще. Ну-ка, сейчас проверю. Желтенький. Желтенько-зелененький, папан тут. Все в грибах. Ё-моё. Ну это о, тоже все. Все, чистый? Чистый вообще. О. Это на сушку уже номер один. Только какие роли собирать? Только чистый. Это уже нет. Это всё. Уже семенной фонд России. Ну так, посушить можно. Аромат свирепый, блин, вообще. Ё-моё, все в грибах. Вот они сидят, красавчики, беленькие грибочки. Посидели? Хватит, забираю. Вот еще. Я уже устал, друзья. О, маленький, смотри, возле березки. Как его вытащить-то? О, а что большой скажет? Он уже все, а этот, смотрите, края чистые. Ну, конечно, зеленый уже, брать не будем. Он уже семена раскидывает. А вот эти заберем. Друзья, сил уже нет. Я просто уже устал косить белые грибы. Тяжело по кушарам лазить, конечно. А вот сейчас идем без кушаров. Смотрите, еще три. Уже полкорзины. Взял гриб большой, смотрите. Надрезал. А он чистый.
взял в итоге. Он там еще валяется, и он Папан довольный, но уставший. Это что? Фига себе находки. Тут еще. А это вообще чудо. Как это рвать? Ну и Змей Горыныч. Фантастика. А сфоткать? А он целиком сорвался. Это уже не Змей Горыныч, это уже 4 головы. Это уже мутант из Куршавеля. Кстати, рядом с ним еще и под березой рос. Пускай сидит. В общем, вот так. Да и корзина уже, друзья, полная. Сейчас это добавлю, все. И никаких сил больше нет. Усталость страшная. Надо ехать домой. Обалдеть. Ну. Да они неплохие, смотрите. Средние. Я думаю, шляпки будут чистые. Вот эти отломил чистенькие. Красавчик. Иду, друзья, и вдруг. Сначала даже испугался, думаю. О, змея. Еще шланг пылесоса. Фу, блин, испугал, зараза. Все. Кушарель, Куршавель, Абштер, Плотиндаль. Язык заплетается от усталости. Грибов валом. 4 корзины. Белых. Самых вкусных, сетчатых. Просто обалдеть вообще. Везде уже все высохло. Плюс 35. Я уже плавлюсь вообще. Солнце печет так, что просто с меня течет уже. Как пластик. Как в пластиковой бутылке плавлюсь. Фух. Сил никаких нету. Но довольные. Поедем домой. Все. Если сможем. А так все. Грибы нас победили, друзья. Можно набрать 10 корзин. Но нам и 4 хватит. Все, мы погнали, друзья. До новых встреч.